Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о бомбе, которая появилась на рынке России. Это протеиновые супы Wellness. Мы очень долго ждали этот продукт, потому что действительно сейчас на рынке России альтернативы нет. У нас два супчика. Супчик томат и базилик и суп с фаржа и зеленый горошек. И когда мы говорим об этих супах, мы 4 раза произносим цифру 100, потому что это 100% натуральный продукт, 100% гарантия качества, 100 килокалорий в одной порции и 100% чувство насыщения. Потому что, съев небольшую порцию этого супчика, вы будете чувствовать себя сытым, энергичным, а самое главное, что он очень полезен для вашего организма. Из чего же он состоит? 3 вида протеинов. Протеины зеленого горошка, протеины картофеля и протеины сои. Но не геномодифицированный, а хороший сои, настоящий. А мы с вами видим, что в этом продукте очень низкий гликемический индекс. И, соответственно, он хорошо подходит людям, у кого есть диабет, да и всем остальным позволяет испытывать хорошую энергию и повышенную концентрацию в течение дня, если вы едите этот продукт. Дальше. Он не содержит глютен, лактозы, искусственные красители и консерванты. Помните, я говорила, что это 100% натуральный продукт? А готовить его очень просто. Мы берем 2 ложечки, может так немножечко сверху, в виде порошочка, и очень похож на детскую смесь. Ну, действительно, если это спаржа, то измолото очень так меленько. Горошек зеленый, ну вот его даже немножечко видно. О пользе этих продуктов для организма вы сами понимаете, да? И мы наливаем 200-250 миллилитров горячей водички. Ну, я уже делаю на глазок, потому что я и вся наша семья уже давно употребляет пищу данные супы. И всем очень-очень нравится. Нет специальной мерной ложечки, потому что мы уже на глазок видим, либо вам хочется более плотное, вот как пюре, да, такую порцию, а кому-то более жидкую, больше такой, похожий на суп. Опять же, это на любителя, поэтому делайте так, как вы привыкли и как нравится вам именно. Выглядит потрясающе. Запах. Ох, ну попробую вам показать. И вкус необыкновенный. Завидуйте. Но я думаю, что каждый из вас сможет заказать этот суп. Оставьте свои данные, и мы обязательно перезвоним вам. А если вы хотите похудеть, то этот супчик – идеальный продукт для этого. Всего 100 килокалорий. Вы съедаете в обед этот суп и чувствуете себя до ужина сытой. Ведь это же так важно. А ваш организм получает все микроэлементы, нужные для вашего здоровья. В обед вы можете съесть томатный супчик, так как он более такой остренький, плотненький, насыщенный. А на ужин спаржу и горошек. Это мой любимый суп. Он более тонкий, более изысканный. Но мне кажется, он очень хорошо пойдет в летний период. Сочетайте оба супа. Или, может быть, вы отдадите предпочтение какому-то одному. В любом случае, продукты очень полезные. Худейте на здоровье. Что еще сказать? Эта порция обходится примерно в 70 рублей. Производитель – шведы, нобелевский номинант Стикстен, да и вообще любой человек, который входит в научный совет, те люди, которые создавали этот продукт, имеют очень хорошие регалии, то есть они известны во всем мире, известные эксперты. Для меня это немаловажно. Мне не все равно, что ем я и что едят мои детки. Wellness-продукты, вы знаете, что здесь и не только супы, есть еще и коктейли, и витамины. Это гораздо больше, чем просто продукты. Ведь мы же хотим, чтобы наши детки были здоровы и справлялись со школьной программой. Мы хотим, чтобы долго жили наши родители. И мы хотим быть здоровыми сами. Мы хотим улучшить качество своей жизни. И это действительно уникальная возможность. 70 рублей за перекус? Быстрый, удобный и полезный? Много это или мало? А давайте задумаемся.
В Москве чашка кофе и какой-то бутерброд с сосиской стоит 119-120 рублей. Зачем? Зачем вредить своему здоровью? Есть замечательный, сытный, хороший продукт. Иногда курящие люди тратят гораздо больше на сигареты, а ведь это не продукт здоровья. Но они вынимают из семейного бюджета эти деньги. Задумайтесь об этом. Во что лучше вкладывать? В болезни или в здоровье? А супы действительно очень вкусные, ароматные и полезные. Здоровья вам!